Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вас приветствует Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». Вашему вниманию предлагается гараж, состоящий из двух гаражей в городе Александров, район вокзала. Можете вот посмотреть далее на видео и фото сверху. Вы увидите город Александров тут рядом. В принципе, вокзал города Александрова рядом, уважаемые дамы и господа. В шаговой доступности автобусная остановка, магазины, собственно, сам железнодорожный вокзал, школа 114 и так далее. Значит, гараж, состоящий из двух гаражей, двухуровневый, то есть есть подвальное помещение и под одним, и под вторым гаражом. Ваше внимание, можете вот убедиться. Перекрытие плиты, это очень важно, электричество проведено. То есть один и второй гараж общей площадью 54 квадратных метра. Гаражи в собственности, земля у нас в аренде, поэтому все документы готовы к сделке. Еще раз подчеркиваю, перекрытие плиты, первый уровень в первом гараже и крыша. Во втором гараже у нас перекрытие плиты, но пол деревянный. И имеется под каждым гаражом, значит, у нас с вами подвальное помещение. Вот сейчас сюда мы спустимся. При желании можно сделать два гаража отдельных, вторые ворота. Все серьезно, все аккуратно. Район вокзала, город Александров, Владимирская область. Сдвоенный гараж, состоящий по документам из двух гаражей и из двух земельных участков, город Александров, район вокзала. Уважаемые дамы и господа. Все.